Мы не будем сегодня готовить гречку по обычному рецепту. Сегодня мы приготовим особенное блюдо – гречку, запеченную в горшочке с грибами и копченой грудинкой, самую вкусную кашу на свете. Этот рецепт приготовления гречневой каши в горшочке, наверное, самый любимый в моей семье. Конечно, гречка в любом виде всегда у нас проходит на ура, но сделанная таким вот образом, каша становится настолько вкусной и ароматной, что просто пальчики оближешь, здесь есть все. И грибочки, и сочная грудинка. А когда запекаешь все вместе в горшочке, то все ингредиенты впитывают соки друг друга. В итоге каша получается очень наваристая и нежная. Обязательно попробуйте приготовить это замечательное блюдо, ведь это не займет у вас много времени, а результат наверняка по достоинству оценят ваши родные и близкие. И сейчас я с удовольствием расскажу вам, как сделать гречневую кашу в горшочке. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Для начала нам необходимо тщательно промыть гречневую крупу, очистить лук и морковь, разморозить грибы, если они у вас были замороженные. Грудинку нарезаем кубиками и обжариваем на сковороде. Если жира, выделенного грудинкой, будет недостаточно, то можете налить небольшое количество растительного масла. Перекладываем грудинку в отдельную посуду, а на сковороду выкладываем мелко нарезанный лук и натертую морковь, обжариваем минут 5-7, а затем добавляем грибы, все вместе готовим в течение 10-15 минут. Теперь в горшочек выкладываем гречневую крупу и заливаем ее водой так, чтобы жидкость была выше гречки на 1 см. На гречку выкладываем обжаренную грудинку, затем смесь лука, грибов и моркови, солим и перчим по вкусу, накрываем крышкой, ставим горшочек в духовку и устанавливаем температуру 200-220 градусов, готовим в течение 45-50 минут. Подписавшимся, больше вкусностей! Теперь наша гречка готова, и мы можем начинать ужин. Приятного всем аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Вот что нам понадобится. Крупа гречневая, 60 грамм. Грибы, 100 грамм. Грудинка копченая, 70 грамм. Лук репчатый, 30 грамм. Морковь, 20 грамм. Масло сливочное, 1 чайная ложка. Масло растительное, 2 столовые ложки. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Количество порций, 2. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Буду скучать без вас.